Ну что-то значит. Вот что-то. Что? Эй, hey, здорово, бандиты, с вами, как всегда, Левкин. Сегодня будем открывать кейсы и, конечно же, поиграем. Правда, я пока что точно не знаю, какие кейсы мы будем открывать. Там есть парочка интересных. В общем, разберемся по ходу развития событий. Я уже по сложившейся традиции желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. И напоминаю, что все полезные ссылочки находятся в описании. Twitch, да, я, кстати, стримлю на Twitch, правда, не PUBG Mobile, но это не суть как важно. Конечно же, наш магазин UC, Telegram, Discord, Instagram, в общем, все на свете. Ссылочки в описании. Погнали! Ну что ж, в данный момент на аккаунте 10 тысяч UC. Это не так много, тем не менее, как будто открывать-то здесь особо и нечего, понимаешь? А это что, выбор звезды? А, ну это здесь у нас турецкие, собственно, какие-то приколы. Да, я предлагаю нам, наверное, перейти в кейсы, конечно же, в ящики и посмотреть, что у нас здесь имеется. Хотелось бы все-таки выбить отсюда мифик. Помимо этого, ящик празднества. Мне кажется, это связано с Турцией, потому что недавно был юбилей Республики Турции, да, исполнилось 100 лет, поэтому, собственно, был выпущен ящик. Хотя, судя по сливам, должен был быть еще Берилл в этом кейсе, но почему-то я его не наблюдаю. Что ж, помимо этого, ящик удачи с блестяхой. Самое главное, что блестяхи у меня за все время игры так и нет, к сожалению. И, собственно, пользовательский. А пользовательский вообще неплох. Вот этот красный костюм я бы хотел выбить. Он кайфовый. Этот не нужен, а вот этот прям молодец. Так, ну давай с празднества начнем, посмотрим. Я бы хотел достать отсюда мифик. И, собственно... Ладно. Ок. Это было не так сложно. Так, давай перейдем в пользовательский. Надо забанить лишние предметы. Сейчас этим и займемся. Конечно же, то, что уже имеется, надо забанить. Собственно, это не так долго и мучительно. Я думаю, что мы с тобой готовы открывать. Нам, ну, как я и говорил ранее, хотелось бы выбить, собственно, красный костюм. Блин, а его бы хотелось выбить сказкой, понимаешь? Так, есть один уже гарант. Тот, что на лакичек у нас. Давай чуть-чуть еще докрутим. До двух. О! Трехколесный мотоцикл. Вот это, кстати, неплохо, потому что трехколеска вроде бы как нужна. Чу, готическая леди. Окей. А что здесь еще есть? А, ну здесь какая-то фигня в целом. Да, давай попробуем. Боже, вы серьезно? Без рофла? Ладно, продолжаем крутить. И... Ангельский орел. Вы не шутите? Блин, да игра просто издевается. Буквально. Демонические рога. Ок. Это что, последний прокрут? Серьезно? Лады. Неужели придется докидывать? Чё, монтировка? Да. Так, а что по мотоциклам? Давай-ка перейдем и быстро посмотрим. Да, по трехколесным. Ну да, этот самый прикольный, наверное, из того, что, собственно, имеется. Я бы, наверное, оставил его. Все остальное, ну так себе. Ну вот этот последний еще прикольный. Да? Не, он даже как будто лучше. Ну да ладно. Блин, придется ведь докидывать. Итак, мне пришлось докинуть, собственно, 12. Приобретите 1 UC, чтобы получить сковородку. Интересно. Итак, мне пришлось докинуть 12 тысяч, чтобы получить возврат. Так, ну здесь понятно, давай посмотрим, сколько будет 2400. Окей, и, конечно же, за пополнение 12 тысяч. Где? 12 тысяч я закинул, чтобы... О-о-о! Еще 3? Еще 3 надо закинуть. Как так-то? Заберем-ка мы, пожалуй, материальчик. Еще 3000. Все, наконец-то. Так, мы пополнились. Забираем отсюда набор. Типа, я закинул 3000, чтобы получить 1800. Да, ну ладно. Давай попробуем пооткрывать, наверное, вот этот ящик. Посмотрим, падает ли с него нам костюм. На самом деле этот костюм не особо-то и нужен. 8 краски, что? Даже не 10? Ок. Давай еще попробуем. Ну, как-то, блин, такое себе. Да, и еще 8 краски без рофла. Да уж. Так, ящик удачи. Окей, пользовательский. Ну, собственно, у нас здесь предметы забанены, да? А, делать ничего не нужно. А можно еще за АГшки банить? Лол. А, ну давай без АГшек. Ничего страшного. Ну и, собственно, погнали. Так. Что на лакичах? Боже, серьезно? Ок. А мне бы хотелось увидеть костюм все-таки. Потому что он действительно прикольный. Но падать он нам явно не собирается. Намерений у него таких точно нет. Пока что видим только повторочки. Я думаю, еще 1010 потратим, наверное. Так, упала голова, хорошо. Ладно. Ясно, понятно, ок. Ну, блин, такой ведь уже есть. Зачем нам еще один? Непонятно. Не будет костюма. Да что в тебя? Ай, тоже не та голова. Ну ладно. Обидно, досадно. Так, давай еще один гарантик тогда. Снова тот же самый мифик. Ок. Ладно, давай. Последний гарант. Да, серьезно. Калаш. Лады. И отсюда шляпа, да, упала. Слушай, а адское пламя... А, так подожди, у нас адское пламя с ящиком. Блин, а как я так пропустил его? Нифига себе. Ладно, давай еще раз тогда. И, походу, мы потратим все денежки здесь. Да? Действительно. И падает нам еще одна башка бестолковая. Примерно как и моя. Раз она потратила столько денег на бесполезный абсолютно ящик, с которого нам толком-то ничего и не упало. Ну, хотя есть калашик, кстати. Что уже вроде бы как неплохо. Так, ну и по костюмам здесь ничего интересного. К сожалению. Ну да ладно. С кем не бывает, да? Я думаю, что ни с кем. Что ж, поиграем на калашике. Блин, вот это алдовый на самом деле калаш. Я очень-очень сильно его хотел в свое время. Но сейчас как будто уже есть, собственно, другие пушки. Да. Давай-ка перейдем в лабу. Посмотрим, что у нас по материалам. Я вот думаю, прокачивать нам Скар или... забить на это и не париться. Да ладно, раз уж так, давай докачаем Скар. Да, хотя бы будет Final Form. Я совершенно не ожидал здесь увидеть калаш адское пламя, на котором мы сегодня с тобой и поиграем. Таким вот получилось открытие, мы готовы отправляться в игру. Единственное, о чем хочу напомнить, это про наш магазин UC, ссылочка на который находится в описании. Также у нас есть бот, через которого можно пополниться мелкими пакетами, он работает 24/7, так что пользуйся на здоровье. Теперь точно погнали в игру. А давай поиграть спокойно. Да, налезай. Все, налезай. Так, собственно, ивент. Да, е-мое. Давай потихонечку отыгрывать. Самое главное, калашек найти. Что по людям? 6 типов сразу. Хорошо. Пока что так себе лут. О, было только пожаловаться, да? Отстрелил кого-то. Еще кого-то под... Нет. Не подстилил. Очень жаль. И что? Осталось 4 чела? Что это значит? Вот что это? Что? Что? Что вообще произошло? Как? Объяснит мне кто-нибудь? Дай и ложись. И лежи. Хорошо? Кит. Кит-паук. До сих пор там. Вот прям точно там. Ну, вроде как и в локе больше никого не осталось. Это значит, что нам нужно забирать самого главного соперника, да? Вернее, даже не соперника. Можно назвать это бонусом. Снова 3 типа в блоке. Мы сегодня куда-нибудь уйдем отсюда вообще? Еще кто-то есть, да боже. А, это нокнут. Ок. Все хорошо. Просто 21 килл на ивенте. Че? Короче, у нас здесь еще один чел, понимаешь? И он вообще не шевелится. Вот совсем. Так, ну теперь мы уже за зоной. Вот этого типа я особо ждать смысла искать не вижу. Потому что нам нужна тачка. Он куда-то побежал. Нашелся наконец-то. Как он так по нам выстрелил? Ага. Он. Лучше с этим ивентом не шутить, да? Что у нас даже не сняло бронь. И каску. Интересно. Да ёпта. Куда вот Богос уехал? Ответь мне. Так, что по людям? Вроде как не особо много. Мы немножко с разных сторон начинаем. Под нами тип 100%. Поэтому нам, наверное, лучше куда-то сюда. Скоряк. Ок. Найс. Вот так крыша еще, да? Я внизу. Так себе сюда я не году. Так, ну вроде шелк. Насколько я понимаю. И насколько это вообще возможно. Давай другого забрал, найс. Так, ну и остается два типа всего лишь. С этим все понятно. Так, этого я увидел, но как будто он вниз спрыгнул. Не спрыгнул. Делаем чуть иначе тогда. Сидит и ждет, а? Какой? Так, что у нас получается по деньгам? Можно, в принципе, доехать, закупиться, получается. Так, это что-то у нас прямо здесь, походу, да? Да, вон точка запаркована. Интересно. Ладно, они, наверное, не умерли, как мне кажется. Они просто за тачкой лежат. Окей. Сами теперь готовы ехать, получается. Так, пол хп на тачке. Это печально. Нам до зоны надо успеть. Хотя бы как-то доковылять. Были типа. Так, что-то он хотел сделать, но так и не смог. Мне кажется, здесь еще в челе была хаешка лишняя, нет? Казалось, ладно. Так, смоки есть. Че по зоне? Окей, погнали. Что сейчас было? Так, ну поехали уже в сторону зоны. Мне кажется, что чел один мог на бочку забраться. А слышал стрельбу, потому что... Найс. IMR М4. Кайф. Больно. Снова больно. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. Don't get used as easy as a layup. Stay up, stay up. Counting all the way up. Count blessings till you know we pray up. Pray up, pray up. On track, now we going way up. Going way up. Ну ладно, все равно неплохо. Ну что ж, дамы и господа, таким вот получился ролик, я надеюсь, что он вам понравился. Калаш действительно, по моему мнению, самый имбовый в этой игре. То есть все остальные скины, ну, понятное дело, их нужно выбивать и прокачивать. Этот калаш, конечно же, тоже нужно выбивать, но, тем не менее, он сразу же с киллчатом и при этом с ящиком. Ну, что может быть лучше? Делись своим мнением в комментариях. Также не забывай ставить палец вверх этому ролику, если он тебе понравился. Подписывайся на Twitch, Discord, Instagram. В общем, все ссылочки в описании. Telegram, конечно же. Ну и если надо пополниться, то на наш магазин ссылочка также находится в описании. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Встретимся на просторах PUBG, а также в следующем ролике. Всем удачи и пока.